Ну что ж, друзья мои, я нахожусь на море. Вас решил оповестить. Вот мой дедушка тут есть. Вот тут я сделал вот такую вот базу. Тут дети бегают. Вот такая вот база песочная сегодня сделал. Ведет она на море. Тут лесопилка, военная база. Ну, короче, все, что может быть в городе. Вот наша палатка, в которой я ночую. Тут у нас еще две палатки стоит. Сейчас я пойду наверх, покажу, на чем мы приехали сюда. Мы сегодня утром приехали где-то в часов 7 или в 6 часов. Вот наша машина Peugeot. Это машина моего дедушки. Тут тоже есть всякие, тоже с палатками. Вот наше покрывальце. Там вдалеке вот можно увидеть дом. Короче, в этом доме там рыбаки живут. Тут еще одни наши соседи. Вот так вот тут все выглядит. Отсюда все. Такой вот вид интересный. На море. Там находится Бердянск. Если увидите. Ну, короче, вон та линия, это Бердянск, этот флаг. То флаг наших соседей. Ну, короче, если вы увидели Бердянск, то напишите в комментариях. Ну, а если не увидели, то тоже пишите. Вот так вот все. Короче, виды у нас тут очень классные. Я уже тут спускаюсь на этих ступеньках. Ступеньки у нас такие вот из глины какой-то сделаны. Ну, короче. Там у нас камушки всякие стоят. Тут мы делаем костер, будем шашлык делать. Ну, с вами был Тим1228. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока и удачи!